И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival. Все также с модом Extinction Core, но что самое главное, на карте Crystal Islands. В общем, пойдем по пещерам. Во-первых, я немножечко, то есть зашел и, наплевав на все, решил бегло посмотреть, что, когда, где. И знаешь, вот по седлам можно определить примерно, что вообще от тебя требует игра, точнее мод. И в целом, в первую очередь, нужно завалить вот кого. То есть убиваешь боссов, с них, если не ошибаюсь, Dragon Matrix и эссенция вроде бы только с них тропается, потому что здесь нету. Вот, то есть как вариант, она даже может не дропается, как вариант эссенция дропается, а матрицу можно создать. То есть типа она откроется вот в этом. Как вариант. Ну, в общем, вы поняли. Также зашел, как видите, да, вот, то есть мы сейчас сделаем стадион. Вот, захожу в мод, точнее, в вики по моду Extinction Core, и там про седло пишут про мод Upgrade Station. Ах, твою мать. Я как-то раз натыкался на него, на каком-то сервере. Прикольная штука, то есть ты можешь апгрейдить седла, то есть можешь апгрейдить предметы, можешь апгрейдить принты, если я не ошибаюсь. С этим как-нибудь вернемся. Но там говорилось о том, что с какого-то периода типа нельзя закидывать седла в, вот, в гриндер. И в нем перерабатывать. Но мы-то в другой гриндер закидывали, поэтому переработалось все. Вот. Но, типа, вот с помощью этого мода можно это как-то миновать. А я буду. А, ну и там, кстати, тоже было написано: типа, а те, кто хотят, могут прибегнуть к апгрейду седел и так далее, чтобы миновать систему игры. Для одиночек это все в таком духе. Я такой из них. Вот, но здесь я почистил и закинул все сюда. И теперь внимание, что мы получаем, ну, должны по идее получить из ресурсов. Из необходимой по идее это кожа, потому что из нее будет, ну, слитки металла, понятное дело. Да и дерево, кстати, тоже. Цементная паста, полимер. Почему, кстати, кожа, из нее нефть буду делать. Наркобельки, электроника. Ну, электроника тоже плюс-минус. Волокно, бог с ним, шкура, органический полимер, солома. Хитин. Ресайкл. Оп, отличненько. Куча. Ох, ты, а почему ты... почему ты такой нехороший? Подожди. 85 тысяч металла. А с чего это я такое добро должен получить? А, это типа на выходе я получу, да, из этого? Яйцо Гесперорниса. Так, не, погоди. Там, если что, у меня абсолютно все то. Лети отсюда. Абсолютно все то, что не нужно. То есть, либо более слабое, либо куча-куча повторок. Ну, то есть, вот примерно вот это вот я туда и закинул. Как вы понимаете, мне это нафиг не нужно. Так, с это тоже сюда. Ну и почему-то шкура поделилась по 200. Не, ну это понятное дело, хитин-кератин, это понятное дело, как-то работает. Глина откуда-то взялась, откуда? Вроде я такие постройки всегда выкидывал. Да, ну и как понимаете, у меня здесь вообще слотов прям категорически не хватает. Закидываем вот это. Закидываем вот это. А вот. Поэтому, кстати, а ты у меня на чем вообще работаешь?
Думаю, что, на репиздре часу, что ли, работаешь? О, приколюха какая. Короче, пойдем сегодня в пещеру. Да, вот такие вот вводные на 5 минут были. У меня все как обычно, не как у людей, скажем так. Я это называю именно так. Не та кнопка. А, я почти угадал. Вот. А, почему не как у людей? Ну, потому что в названии вы видите одно, а я там полсерии показываю другое. Так, давай перекинем сюда. И перекинем отсюда. Ну, улетело. Отлично. Кстати, а сколько вообще у меня... Да, офигеть. Сколько у меня слотов вообще? Ну, 150 слотов. Занято. Короче, еще столько же могу занять, и все отлично. Вот, ну а здесь у меня вот почему-то вот это вот не ломалось. А вот это вот и не ломается в целом. Ну и бог с ним, выкинем тогда. Да, ну вот это тоже можно выкинуть. Какой я жадный. А, пойдем по артефактам. Для начала, почему я решил пойти по артефактам? Ну, во-первых, они мне будут нужны. А во-вторых, немножечко разнообразить все это дело. Просто, когда ты сидишь и тупишь, и не знаешь, что тебе делать, это очень, очень тупо. Да, тавтология. Но, по факту. Так, давай берем вот так, пригодится. Берем тебя, боевой кисо. Называть его так не буду. В смысле, переименовывать. Но это боевой кисо. И пойдем в пещеру. А, в целом, какой список артефактов? Там 14 артефактов. И, в общем, решил идти по списку. А, первый артефакт находится по координатам. Но это сам артефакт находится, то есть это не пещера. Возможно, это просто артефакт тусуется. А, он находится по координатам 54 на 52. 54,7 на 52. Это, опять-таки же, если верить Вики. Ой, господи, прости, это что такое это было сейчас? Вот зашел, называется, в менюшку. Вот, так что... Не факт, что мне сейчас кисота пригодится. Если уж на то пошло. Вот. Так что мне, наверное, больше птер сейчас пригодится. Вот на нем еще и тут на нем. Погнали по это. Это, в общем, не будет означать, что одна серия, один артефакт. Это означает, что вот стараюсь в 30 минут уложиться, а там сколько успею залутать. Если не буду успевать зайти в пещеру, то значит, ну добрый вечер. Так, летим. Короче, по координатам. И, наверное, это красный все-таки терминал. А, ну вот примерно туда пускай будет. Это куда-то меня унесет в далекие дали. Надеюсь, не влево. А то было бы смешно. Ой, в далекие дали. Я что, зеленый что ли пришел? Ну точно, в далекие дали, блин, пришел. Ай-яй-яй-яй. Естественно. Вот это мне ближе явно будет. Вот это должен быть... Ну, по крайней мере, будет ближе, чем вот этот зеленый. Хотя же в итоге полетаю туда-сюда и сам пешком дойду. Ну, в смысле, долечу. Прям такое ощущение меня не покидает, скажем так. Ну, давай, грузись. Ну, черт, это вот и долго так долго. Так. Куда-то сюда. Не, вот сюда. Ой, да даже вот сюда. Так, 54. Просто там так все нарисовано, как будто, знаешь, ни пещеры, ничего нету. Просто он тупо сверху только лежит и типа нормас. И типа подходи, торопись, лутай, не ленись. Вот что-то типа того. Вижу здесь грифон. Ты чё заблудился? Бедолага, твоя пещера не здесь. Так. Координаты. А, не сюда, уже точно. Уже перелетел. 50. 54,7. Так. Ой, ну посмотри, сколько там рапторов. Ну ёшкин кот.
Погоди. Боевой кису. Я выбираю тебя. Погнали. Погнали. Ты посмотри, сколько их. Классно. Да. Колобка не трожь. Ты по что маленького обидел? Опустошитель. Ой, добрый вечер. Так, ну, что-то мне подсказывает, я уже так далеко зашел зачем-то. Зачем-то. О, обсидианчик. Блин, как тут красиво. Но мне бы свой островочек больше нравится. Почему? А там тихо и спокойно. Всякое говно не спавнится. Так, ладно. Здорово, братан. Погоди. А как тебе? А, тебя через заглушение. Слушай, знал бы, что я тебя встречу, я бы взял, чем оглушить тебя. Блин. Ну, просто чтобы был. Просто чтобы был. Так, ладно, бог с тобой. 5, 10, 2. Так, это мы идем туда. Ровно 52. Ты что, под водой? Здесь 54. Ты что, под водой? Да вроде нет. Так. Какие-нибудь... Ну вот пещерку-то я вижу какую-то. Непонятную. Так, окей. Возвращаемся домой, берем... сет юного аквалангиста. И возвращаемся обратно. Да куда ты полетел? Оп. И домой. Ху-ху-ху-ху-ху. Я просто увидел этот блуждающий огонек и чутка обосрался, а потом понял, кто его испускает. Ого, классно. Ну, я как обычно телепортнулся еще раз дома, телепортнулся домой, и пришлось мне сюда лететь еще раз пешком. Так, ну и залутал металла чуть-чуть металла подзалутал. Пойдет, короче. Так, во-первых, чувак, давай-ка ты домой идешь. Во-вторых, назад. 54 на 7 на 52. Где-то там. Одеваем. Full set. Лошара. Лошара. А я его там искал. Ладно, сет зато пригодится. Зачем птера отправлял? А ты кто? О. Ну, тоже хорошо. Так. Птерчик, назад. Ну что, один артефакт есть. Какой у нас следующий артефакт? Хо-хо-хо, следующий артефакт это Desert Vern Hive. Короче, помните, где Виверн тусуется? Вот нам туда. Короче, рядом с домом. Так что не сильная проблема все это дело лутануть. Вон там он. Вопрос, где там он конкретно находится, но так как у меня виверна такая... Ой, виверна, господи. Мои... Ой. Дикс. Так как мой птерчик такой прям боевой, монструозно и быстрый, то мне это не составит сильной проблемы что-либо сделать и найти артефакт. Кстати, да, я вот здесь поставил делать уголь, и он типа дешево делается. Но делается так долго, что я решил, что я лучше заплачу больше. О, уже переработалось. Понятно.
Отдай дерево. В общем, я решил, что я лучше без заморочек сделаю кучу угля, зато раз в 10 быстрее. Да. В общем, если что, там дерево было одинаковое количество. Вот такое бывает. Говно. Так, погнали. Здесь лететь, слава богу, недалеко. Координаты 74,8 на 42,9. В общем, 75 на 43. 75 на 43. Но это должно где-то внутри. Единственное, что да, Виверн сейчас будет тут все летать, пытаться меня убить. 74 на 43. Это в центре, что ли? Ой, добрый вечер. Я тут вам, к вам в гости прилетел. Вы это... Твою мать! Дурная! А этот по рефлексу очканул. Он что ли? Точно! Артефакт бродяги. Так. Спасибо. А что так быстро дохло? Артефакт бродяжечки. Ну, тоже неплохо. Да ты кто? Простой 150-й. Фига себе. Все артефакты нужны по одной штуке. Если что. То есть нам вообще нет смысла лутать по 10-150 тысяч миллионов артефактов. В этот раз я посмотрел заранее. Добрый вечер, еще один стега. Ага, это другой. Тот у меня вон там в пустыне бегал. Чуть меня не мочканул. В общем, сейчас я не тупой. Я учусь на ошибках. Я понял, что не всегда нужны куча артефактов. Так что... Теперь я заглянул заранее, что нужно всего ничего. Следующий артефакт. Следующий артефакт у нас далековато. Это... да это тот район, где березки. И он опять-таки же отображается как без входа. Слушай, а здесь вообще пещера-то есть? Мне даже стало интересно. Полетим мы. Это у нас красный. Это у нас зеленый, это синий. Синий меня вообще далеко закинет. Хотя... Наверное, туда. И где я? Да не, нормально. Нормально. И мне сейчас нужно лететь вот куда-то туда. По пути, посмотрев лучи. А вдруг там что-то хорошее? Естественно, нет. И прибыть на место. Не, ничего нет интересного. Вау, добрый вечер. Точно. Здесь куча металла, и вот здесь я тусил. Не-не-не, слава богу. Он здесь за горой. Я просто посмотрел на координаты и испугался чутка. Я задумался, а ты чё, на месте артефакта? Но вроде как нет. Так, 38,8. Это вообще вот туда. Добрый вечер. 38,8 на 44,8. Опять Виверна тусуется. Доброй ночи, сказал бы я, но явно мне не рады. Так, 44. Потопали. Ой, да идите вы, блин. 44, нет, это вот сюда, это наверх.
Это что там, зеленый луч? Ай, нафиг не хочу. Всякая фигня-то, наверное, будет опять. Так. 44,8. Что-то я опять куда-то блуданул, явно не туда. Арбалет. Е, тише, пассатиша. Возьмем. Сорок четыре. Его. Так ёпрца ты. Я с этим долбанным мамонтом сам себя же запутал. Так, вот теперь правильно. А, ёп. Ой, дебил, это уже 45,8. Все, я не дружу с цифрами, это факт. Так, я опять к этому водопаду вернулся. Или это другой? 44, 38. Нет, это явно другой водопад, потому что в тот я водопад залетал. Ой, ой, ой. Свалился. Вот отличненько. Еще один артефактик. Ну. Ну, металл. Не, ну я просто туда типа больше не вернусь. А что мне там делать? Вот я и решил залутать. Так. Итого, это уже третий артефакт. Из пяти. Между прочим, на гамму. А дальше артефакт иммунитета. Иммунитета артефакт у нас находится по координатам. Мах ты собака, как далеко? 30 на 24. Очень, очень. При очень далеко, и тут без вариантов лететь пешком. Всякая фигня ненужная. Так, ну плюс-минус-то я уже плюс-минус, между прочим. 30 на 24.1. Хо, добрый вечер. Я вообще в тебя случайно залетел. Но. Это хорошо. И еще один артефактик. Из пяти, между прочим. Напоминаю сам себе. Это хорошо. Ну да. Я бы тут явно бы, как вариант, бегал, тупил. А, не, это. Ну, показалось мне, что это бобриная хатка. Хотя логики в этом было ноль. Какая нафиг бобриная хата вот здесь вот, где нет воды даже близко. Ну, что поделаешь? А срубить могу? Не? Ничего? Да и пошел ты. Так. Дальше. Да уж. Артефакт следующий у нас находится просто, можно так сказать, в правом нижнем углу карты. Без шуток. Координаты 71,95, ну то есть 72 на 77,36. То есть просто противоположная, вон карта, там примерно 1007 мне нужно пролететь. Кстати, интересно даже, это сколько я должен пролететь. Допустим, а кого поискать? Там вода. Наверное. Ну да, вот примерно вот туда. О, кстати, да, примерно 71. Так, вот так вот, 71 на 77. Ну, то есть, примерно вот этот чувак. Ага. Нормально. И уже близко. 71,95 на 77,36. Это мне нужно... Ой, перелетел. 77,36. Это вот так. И 71,95.
Ну, может быть, как совершенно сверху, так и совершенно снизу. Снизу я пока что не вижу. Погнали, сгоняем наверх. О! О! Логика мне правильно подсказала, что все-таки наверху. Отлично. Первые 5 артефактов есть. И это все артефакты чисто для гамма босса карты. Вот так вот. Более красивее. В ряд подряд и все такое. В следующей, наверное, серии пойдем все остальные артефакты долутаем. И как один из вариантов в ближайшее время пройдем босса карты. Здесь реально лутаются артефакты, вот. И это прям очень кайфово. Это прям очень мне нравится. Как минимум из-за того, что это делается все вот так. По щелчку пальца, быстро, легко и непринужденно. Тем более, кстати, сами видите артефакты в каких местах. То есть мобов здесь нету и все в таком духе. То есть прям изичное. Если бы оно было бы внизу, там, допустим, в каком-нибудь болоте внутри, фу, я бы сказал бы, ну да, жестко-жестко. Некоторые пещеры даже полегче, чем вот эти вот болота. А тут все намного интереснее. Погнали до дома. Самое что смешное, киса-то и не пригодился. В этом-то и весь прикол. Но как вариант на босса я все-таки с ним пойду. И хоть и летающий виверн, у меня будет дробовик, все в таком духе. Нормально. Прорвемся как-нибудь. Ну а вы, если все-таки знаете, что как с модом Extinction Core, с чего лучше начать, что делать и так далее, какие-то свои идеи, свои мысли и так далее, можете писать в комментариях. Вы, конечно, все равно ничего не пишите, но я должен был это сказать. Самое что смешное, когда-нибудь лет через 5 кто-нибудь напишет в комментариях такой, типа, вот, вот нужно было делать так, и такой, а, чувак, ну спасибо. Теперь я знаю, с чего нужно было начинать, а не дропать карту. Ой, без шуток, меня пишут комментарии под старыми видосами, и такой, блин, клево. Клево, что некоторые видосы реально люди смотрят, и много смотрят. Клево. Клево, что есть люди, которым это все-таки интересно. Кто-то нашел что-то хорошее для себя, кто-то не нашел. Это самое главное. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. И, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Так что всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.